Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу немного показать вам, как происходят у нас дела на сейчас, что мы делаем, что было нами приобретено, что куплено, значит, и как работа у нас проходит сейчас. Так, небольшое видео, пока идет перегонка техники, значит, с поля на поля. Работаем здесь. Так, как прошла неделя, точнее последние 10 дней. Комбайн один перегнали. Это тот комбайн, который мы смогли восстановить. Оп. Одну единицу сгоревшей техники мы привезли уже к нам на базу в Повалиху. Это два моих недавних приобретения. Оба приобретены на маслосырзаводе Киприна, за что им огромное спасибо. Т-150 для восстановления одного из наших Т-150, но пока поработает и так работать, потому что нечем. Это один единственный живой трактор. Чуть сопливый, но ничего страшного. Времени нету. Значит, это МТЗ-80. К сожалению, пойдет на узлы и агрегаты. На узлы и агрегаты для восстановления одного из наших тракторов, конкретно вот этого. Далее. Как проходят у нас дни? Готовим бочку. Купили новую резину. Два ската. Надо ехать попрыскивать. Наш печальный опрыскиватель. Вот так вот вышли из положения. Он готов к работе. Стало еще страшнее, конечно. Здесь у нас мотопомпа. Этот трактор только что приехал к нам. Только что его пригнали из города Барнаул. Спасибо нашим партнерам компании StarComan. Ребята приобрели себе новый. Этот отдали нам в пользование. Рассчитываться будем с урожая. Игорю Николаевичу Старовойтову огромное за это спасибо. Спасибо за гибкость в подходе к нашей беде. Трактор 2010 года. Спасибо ребятам из StarComan'а. В этот раз сам не гнал. Гнал сотрудник StarComan Денис. Я уже не стал рисковать. Все. Всем спасибо, дорогие друзья. Мы работаем.